Приятного аппетита. Спасибо. Вот. Вам это очень выгодно. Вы же, судя по всему, не очень богаты. Так вот, вам не придется платить за квартиру и пользоваться услугами проституток. А вместо проституток вы предлагаете себя. Я правильно понял? Но почему вы предлагаете это мне, Алекс? Ну, видите ли, вы приехали сюда издалека и надолго. Вам, наверное, надо где-то жить, что-то есть, с кем-то спать. Мы с вами можем сотрудничать, взаимовыгодно. Да уж. И вам не придется за это платить. А у меня будет временный муж, которого я смогу предъявить Вике и доказать, что мне не нужно, Андрей. Алекс, вы понимаете, что это полный бред? Нет, это не бред. Это мой единственный шанс. Помогите мне, Филипп. Филипп, я предлагаю вам сделку на этот год, пока вы будете в Москве. Я же не совсем ненормальная, я понимаю, как это выглядит со стороны. Да. И как же, интересно? Дико, неприглядно и бессовестно. Вот именно. Я не буду вам мешать. Совсем не буду. И, конечно же, вы можете не спать со мной. Окей. Я подумаю. Оставьте мне ваш телефон. Угу. До свидания. Потапова дура. Знала я, конечно, что ты малость при этом, но не думала, что все так далеко зашло. Да никуда это не зашло. Он наверняка откажется. Ну почему ты с нами не посоветовалась? Да чего ей с нами советоваться? Она же все лучше всех знает.
Ну ты же мне сама это посоветовала. Что? Замуж выйти. Ну не за первого встречного. Остается надеяться, что он тебе откажет. Алло. Алекс, я надеюсь, вы меня еще не забыли. Это я, Филипп. Я согласен. Только не рассчитывайте, что мы с вами будем жить как соседи. Мы с вами будем жить как муж и жена. Иначе никак. До свидания, Алекс. Он согласился. Согласился? Ничего себе. Так, что это за француз? Я не знаю. Я его вообще второй раз в жизни видела. Отлично. Молодец, Потапова. Так держать. Ой, девочки, это какой-то кошмар. Может, мне это все приснилось, а? Да нет. Это явь к моему великому ужасу. А если он тебя, козу драную, убьет через 3 дня? Ты об этом подумала? Нет, Потапова. Тебя точно лечить надо. Что у нас в аптеке для психов есть? Ну что ты на меня напала? Ой, да ничего. Делай, что хочешь. Да не вяжи ты! Я успокаиваюсь. Ладно, расскажи нам, что хоть за француз-то? Вроде журналист. Приехал в Россию книгу писать. Жить будет у меня, за жилье платить не будет. Я буду за ним ухаживать, готовить, убирать. Это всего лишь на 1 год. Ну, а Вика обо мне забывает, Андрей тоже. Я развожусь и спокойно нахожу работу. Никому не мешаю. Замечательно. Похоже на то, как мужик, чтобы барину отомстить, на воротах повесился. Да нормальные люди за фиктивные браки бешеные деньги получают. А наша предприимчивая, наоборот, еще и платит за это. А? Предприимчивая. Это нужно мне. Я не хочу ставить крест на своей работе. У меня все еще впереди. Как вы этого не понимаете? Это же так просто. Да мне наплевать на этого мужика, как, впрочем, и на всех остальных. Да, наверное, я никогда в жизни не смогу никому из них доверять. Не захочу. Но если для того, чтобы меня взяли обратно на телевидение, мне придется ухаживать за параличным, я буду ухаживать. И если для этого мне нужно будет еще раз умолять чужого человека жениться на мне, я буду умолять. И я спать с ним буду. Вот счастье-то какое, переспать с Александром Потаповым. Счастье, не счастье, а буду. И одежду его стирать буду, и готовить, и убирать. Я буду делать все ради того, чтобы, может быть, у меня появилась надежда когда-нибудь вернуться на работу. Ясно? Но то, что ты обстирывать и кормить этого француза будешь, никто не сомневается. Откормишь, а работу не найдешь, что тогда? Разберусь. Ну? Ну, что скажете? Ой, да женитесь вы. Разводитесь, топитесь. Делайте, что хотите. Все равно уже ничего не изменить, кроме как сдать тебя в психушку. Ты нам его покажешь? Покажу. Андрюша, нас ждут великие дела. Ну, что ты так расстроился? Что нам Ваня Вишнепольский? Это только начало. А поначалу всегда страшно. Ну чего ты боишься? М? Вика, я ничего не боюсь, просто противно. Тебе противно? Понятно. Ах, как ты думал, делаются деньги на политическом телевидении? Вот так и делается. Тебе кого-то заказывают, а ты его топишь и получаешь свои проценты. И ты знаешь, не важно от кого. Андрюша, я для тебя делаю все.
Ты меня боишься? Алекс. Ты очень, очень красивая. Алло. Да, привет. Ну? Что ну? Что-что, рассказывай. Что рассказывать? Ну, в посольстве нас расписали, потом в ЗАГСе. Влад, да ничего особенного, все как у людей. И ты с ним сразу переспала? Да, сразу. И как? Все, Влад, если будешь приставать с расспросами, я тебе вообще никогда не покажу, и ты просто умрешь от любопытства, поняла? Доброе утро, Алекс. Эй! Ау! Не молчи. Все, Влад, я не могу больше говорить. Ну ладно. А это кто? По какому случаю переполох? Павел Глебов, министр. И зачем он приехал? На пресс-конференцию. Все, спасибо, господа. Спасибо. Спасибо. Все. Прошу. Прошу. Приветик. Привет. Давно приехала? Только что. Ну, что ты сегодня успела сделать? Познакомился с командой. Неплохие ребята. А девочки как симпатичные. Конечно. Извини. Времени мало, поесть не успеваю. Да, кстати, я сегодня говорила с Цветковым. Он просит, чтобы ты поторопился с фильмом. Ты нашел человека? Завтрак готов. Ты будешь? Да, спасибо. Алекс, все хорошо? Да. Если ты жалеешь о том, что произошло, или передумала... Нет, 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 я не жалею, не передумала. Мне надо к тебе привыкнуть. Вы все поняли, Ларочка? Конечно, Андрей. Алло. Саша, здравствуйте. Вас беспокоит редактор программы Ивана Вишнепольского. Что, Ваня нашелся? Нет. Про Ваню? По-прежнему ничего не известно. Да. Ждем, надеемся. Значит так, Сашенька. Дело в том, что мы готовим специальный выпуск программы по Ваниным материалам. У нас есть много видео и даже кое-какие печатные материалы, которые Ваня готовил к эфиру. Из всего этого нужно собрать 15-минутный фильм. Сможете? А почему я? Я уже не работаю на телевидении, вы, наверное, не знаете. Про то, что вы не работаете, я знаю. Давайте встретимся в Останкино через час. Пропуск-то не сдали? Нет. То есть у меня есть пропуск? Да, хорошо, я приеду. До свидания. Всего доброго. Ну что? Очень хорошо, Ларочка. Привет. Привет. Сашенька, я принесла вам еще кассеты.
Обратите особое внимание на верхнюю. Ну что ж, удачи. Я вас верю, дерзайте. Спасибо. Я пойду. Ведем наш репортаж из одного из горных ущелий Чечни недалеко от Ханкалы. Ровно 3 месяца назад... А телка-то? Ничего. Угу. Она мне вблизи даже больше понравилась. Да. Красивая. Симпатичная. И пальтишка у нее ничего. А что у нас под пальтишком? Оп! Извини. Ну так вышло. Мы у тебя в прошлый раз немножко намусорили. Кое-что искали. Догадываешься, что? А? А ты подумай. Нет. Запомни. Никуда не ходи. Ни с кем не разговаривай. Ясно? Пошли. Что, тёлка? Плохо? Ты запомни, мы всегда рядом. Поняла? Еще вчера на этом месте шел тяжелый бой. И сегодня здесь осталось множество свидетельств того, что из себя представляет эта группа бандитов и убийц. Пойдемте, я покажу вам. На, ешь теплый пирожок. Спасибо. Ну, что тут у тебя? Конец света. Пока темный лес. Ты знаешь, я спокойно смотреть на него не могу. Как вижу, сразу перематываю. Не могу. А, здравствуйте. Сашенька, а у вас все в порядке? Да, все в порядке. Ладно, ладно. Ну тогда не буду вам мешать. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Кто это? Это мой работодатель. Ванькин редактор. Ну так, как наш бонапартист воспринял твой выход на работу? Да еще с утра до ночи. Не знаю. Слушай, он тут еды привез из магазина почти на $300. На сколько? Насколько слышала. Может, он жулик? Ладно, Потапова. Поедем, что ли, а? Уже 9 час. Я все материалы на эфир сдала. Мне делать больше нечего. Ну ладно, поедем. Я уже, честно говоря, тоже ничего не соображаю. Сейчас. Тогда я пойду за вещами, а ты спускайся, угу. Ладно? Угу. Влад, а как ты думаешь, почему именно меня попросили смонтировать этот фильм? Ведь что-то тут не так. Ну, что не так? Что ты все время выдумываешь? Но тебе не кажется, что Ванькину группу не расформировали бы так быстро, если бы не знали наверняка, что он не вернется? Когда кажется, креститься надо. У тебя просто нервное расстройство.
Ладно, я пошла. Не задерживайся. Все-таки ты сюда явилась, дрянь такая. Я же тебя предупреждала, или ты с первого раза не понимаешь? М? Что ты здесь делаешь? Ты забыла, как тебя отсюда вышвырнули? Хочешь, организуй еще раз? Забудь про телевидение, дорогая. Если еще раз сюда припрешься, убирать тебя отсюда будет уже охрана. Ты меня поняла? Алло, мы на месте. Она никуда не выходила, и к ней никто не приезжал. Умная девчонка. Куда? Так, понял. Ага, знаю. Понял, хорошо. Все, сматываемся, надо кое-куда подъехать, дело есть. А она? Да куда она денется? Поехали. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Врубай звук. Так же неудобно работать. Где ты взял это слово? Какое? Ну, врубай.
А, это слово я услышал за бизнес-ланчем. Кто-то сказал, врубай телефон, позвонить надо. А еще я выучил слово братва и сто пудов. Сто пудов. А вот еще мимо рыла. И это совсем не канал. Я никогда не видел, как ты смеешься. Тебе очень идет. Да? Алло, можно Сашу? Да, конечно, пожалуйста. Да? Саш, Саш, ты можешь прямо сейчас ко мне приехать? А кто это? Саш, это я, Катя. Не пугайся, но я тебя умоляю, если можешь, приезжай скорее. Катя, что случилось? Да, ну и глухомань. Ну что, пошли? Давай направо за дом машину поставим, чтоб не засекли. Угу. В чем дело? Ой, девочки, вчера мне угрожали ножом, велели никуда не ходить. А сегодня в почтовом ящике я нашла письмо. Какое письмо? От кого? От Вишнепольского. В моем кармане, где беспорядок. Ты еще постоянно меня за него ругала. Возьми японский пакет и отправь по адресу. Что это значит? Я ничего не понимаю. Саш, но ведь это же его почерк. Ну, значит, он жив. Значит, эти вчерашние знали... Знали, что ты получишь записку или получила. И предупреждали. И в квартире, видимо, перерыли тоже все они. Что-то искали, но не нашли. Или нашли? Нет, я думаю, не нашли. Иначе зачем им продолжать следить за мной? А в его квартире ты была? У него не квартира, у него загородный дом. Ну, конечно, была. У меня даже ключи есть. Беспорядок, хаос, свалка, помойка. Так. Саш, ты чего? Я пытаюсь понять. Ванька что-то нам хочет сказать. Я пытаюсь найти, чем заменить слово беспорядок. Ну и? Подожди. Беспорядок, да? Беспорядок, грязь, мусор, бардак. Черт! Что? Бардачок! Бардачок в машине! Кать, вспомни, у вас был разговор про бардачок или про машину? Ну, про машину? Ну? Ну, да, кажется... Да, был, точно. Он положил... ключи от дома в бардачок, долго не мог найти, я его ругала. Ну вот, пакет в бардачке, в машине, а японский, потому что машина-то японская. Ты гений! Кать, где его машина? В гараже, в загородном доме. Поехали, поехали. Кстати, Андрюш, а что с твоим фильмом? Ничего, все нормально. Ладно, не свисти, ты не на летучке. Время-то идет. Фильм делается. Угу. Я договорился с Ларой. Угу. Она подключила к монтажу мою бывшую. Эту идиотку? Вика, она не идиотка. Она наивный и доверчивый человек.
Ей наплели, какое важное значение для спасения Вишнепольского имеет этот фильм. Вот она и рада стараться. Говорят, из аппаратной не вылезает целыми сутками. Понятно, ты с ней встречаешься. Боже мой, Вика, ну с чего ты взяла? Да она наклеит не то, что нам нужно. Ты что, хочешь все испортить? Какая разница, что она наклеит? Я все равно потом все переделаю. Для этого нужны будут один или два дня. А фильм, тем не менее, будет выглядеть так, как будто бы монтировала его именно она. А я-то думаю, что она в Останкино таскается. Вика, забудь о ней. Она тебе не соперница. Ну еще бы. Слушай, а это здорово придумано. Прикрыться ее именем. Бывшая жена, безработная. Это очень благородно. Просто гениально. Умница. Слушай, а Вишнепольский действительно не вернется? Вот козлы, блин. Заставили охранять пустой дом. В доме ничего не нашли. В гараже ничего не нашли. Чего мы сидим? Тебя что-то не устраивает? Тупо это. Тупо, холодно и жрать хочется. Неужели непонятно, что никто сюда не сунется? Ну что, девочки, пошли? Ну, может, вы хотите, чтобы я одна сходила? С ума сошла? Одной тебе не отпущу. Ладно, пошли. Умница моя, мы скоро. Жди нас. Здесь вообще замечательно. Ванька говорит, детей будем растить здесь, а в школу возить в Москву. Вы их сначала родите, а потом возите. Ну что ты злишься? Чего-чего? Страшно. А что свет горит? Да Ванька всегда оставляет. Заходите. Слышал? Доходит, по-моему, кто-то. Да ладно. Опять мерещится. Я пойду посмотрю. Смотри. Ну вот его машина. Что-то дверь открыта. Господи, что это? По-моему, здесь кто-то уже был. А может, и сейчас есть? Тихо. Девки, бежим.
я тебе говорил? Матка, тормози, а мы сейчас разобьемся. Ой, не могу. Я так и не поняла, о чем мы побежали-то? С перепугу. Девочки, ну умные, надо сказать. Да. Умные не по годам. Значит, нас ждали, да? Ну почему нас-то? Ага. А стрельба? Зачем нас стрелять в идиоток? По-моему, девочки, мы влипли в какой-то жуткий криминал. Это ведь не польский нас травил. Слушай, прекрати! Если тебе не нравится, сидела бы дома со своим Васяткой. Тебя насильно никто не тащил. Все, Кать, хватит. Телевизор бы смотрела. Успокойся, все. Ну что она? И вы чего вообще? Слава богу, живы остались. Жаль, что ничего не нашли. Значит, все зря, пакета нет. Его забрал кто-то до нас. Нет, не думаю. Пакет где-то лежит, но они не могут его найти. Да кто они-то? Мы же черта не знаем. Кто это, кому это нужно? Как Ванькин плен связан с этим пакетом? Поговорить бы с кем-нибудь, кто в этом понимает. Домой тебе, подруга, никак нельзя. Угу. Тебе есть где спрятаться первое время? Ну, это у тетки. Ой, господи. Во что же мы влипли, девочки? В общем так, дамы, как говорит твой муж Филипп Баве, ложимся на дно. Сейчас завезем тебя домой, потом я заброшу Катю к тетке. Завтра, слава богу, я с Васяткой улетаю. А... Куда? Куда-куда? На Кудыкину гору, которая называется Канары. Что с тобой? Ты где была? Ты же знаешь, у Кати. А почему вернулась ночью? Ужасно устала. Пошли. Ты предупредила тетку, что приедешь? Да, конечно. Ага, хорошо. Садись. Что происходит? Ничего. Я не должен задавать лишних вопросов. Я правильно понял? Филипп. Ну, мне нечего тебе сказать, правда. Кроме того, что у меня очень сложная жизнь. Муж бросил, с работы выгнали, потом взяли обратно, но при каких-то странных обстоятельствах. Человек, за которого я монтирую фильм, пропал. И теперь я ни в коем случае не должна ошибиться в трактовке его материалов, потому что его знает вся страна и потому что он мой друг. Скажи, ты его сильно любила? Кого, Ваньку? Нет, мужа. Не знаю. Когда замуж выходила, сильно любила, да. Мечтала, что у нас будут дети, будем работать вместе. Он как-то
Он как-то сразу перестал меня замечать. Тебе это интересно? Лада. Михайлов, ты что здесь делаешь? Тебя жду. А ты где пропадала? Изменяешь мне? Ну, разумеется. Что тебе женатого прок? Да ладно, с Катькой я тебе изменяла. Отвозила ее к тетке. Да что с тобой? Ты сегодня какой-то странный. Неприятности. На работе. Так что, мы на Канары не едем? Ха, не дождутся. Едем. Пойдем. Пойдем. Ты сегодня поздно? Нет, не очень. Мне немного осталось. Покажешь свой фильм? Мой фильм? А что тебя удивляет? Я с удовольствием посмотрю твою работу. Нет, просто Андрей никогда не интересовал, чем я занимаюсь. По-моему, он даже ни одного моего сюжета не видел. Алекс, да, я интересуюсь, чем ты занимаешься. Это нормально. Я переживаю, я волнуюсь за тебя. Это тоже нормально. Потому что мы семья. Спасибо за завтрак. Кстати, я забыл тебе сказать, я завтра улетаю. Буду в январе. То есть тебя не будет на Новый год? Думаю, что нет. Извини, что тебе подарить на Рождество? Бриллиантовое колье. Что-что? Ничего. Если можешь, дай мне немного денег. Мне нужно ботинки починить. Извини, я не понял, при чем здесь ботинки? Не надо мне никаких подарков. Алекс, я ничего не могу отменить. Слышишь меня? Знаешь, почему я согласился на твое идиотское предложение? Потому что ты мне очень понравилась. Еще тогда, когда мы встретились на вечеринке. Я действительно расстроился, узнав, что ты замужем. И позавидовал твоему победоносцу. Извини, я действительно опаздываю. Деньги по традиции на холодильнике. Пока. Пока. Алло. Фил, это ты? Да, Павел, это я. Ну что? К сожалению, ничего хорошего. Ты подъехать можешь? Да, да. Когда? Да прямо сейчас. Окей, я сейчас буду. До встречи, Алекс. Это то, о чем мы с тобой говорили. Компромат на Глебова. Аккуратно вклеишь в фильм. Как ты думаешь, что будет после того, как этот сюжет выйдет в эфир? Я полагаю, что Глебова снимут. Надеюсь, фильм получится убедительным. Я постараюсь.
Если все пройдет удачно, Андрюша, то скоро грянет гром. Самый любимый праздник. Ну как же он мог? Как он мог улететь именно на Новый год? Даже не звонит. Почему он должен звонить? Мало ли, какие у него дела, какие у него планы. Вообще, мало ли, кто ждет его в Париже. Дура ты, дура. Ты что решила? Если он с тобой спит, то ты ему нужна? У нас всего лишь фиктивный брак. Хотя почему фиктивный? Не фиктивный, а как раз настоящий. Но временный. И по расчету. Да. Нашествие гостей не предвидится. Владка с Васяткой в теплых странах. Катька у тетки в глубоком подполье. А сослуживцев теперь нет. Я собиралась нарядить елку, напечь пирогов, накрыть стол со свечами для двоих, для себя и для мужа. Но уехал и черт с ним. У меня все равно будет Новый год. Как говорила баба Клава, какой Новый год без живой елки и горячих пирогов?